Привет, друзья! Продолжаю тему модернизации приемника Р-311 по статье Сергея Беленецкого в журнале «Радио», 2009 год, номера 11 и 12. Из всех модернизаций мне осталось только переделать детектор. Остальные я уже ввел. Последняя доработка, которую я сделал вчера вечером, это система АРУ. Я ее сделал облегченной. Ввел только в два каскада. Каскад ВЧ и каскад смесителя. Каскады ПЧ я АРУ пока не вводил. Давайте покрутим, послушаем диапазон. Хотя станций сейчас мало. В диапазоне. Второй день, что-то прохождения нет. Вот работа системы АРУ, заметьте. Вот здесь четко видно, да? В общем, так, система работает. Насколько эффективно буду еще слушать, в общем-то, я доволен. Не забывайте ставить лайки под видео, подписывайтесь на канал. Желаю вам удачи, спасибо за внимание.